Приветствую вас, дорогие друзья, дорогие зрители и подписчики моего канала. За микрофоном, как обычно, Антон, и я начинаю свое прохождение дополнения Left Behind для игры The Last of Us. Что ж, друзья мои, у нас имеются дополнительные главы, которые чуть полнее раскрывают предысторию Элли, которые чуть полнее раскрывают сюжет оригинальной кампании, и, конечно же, было бы совершенно непростительно оставить все это дело позади. Извините за этот каламбур. Поэтому, конечно же, дополнение стартует. Что? Цикады? Пригнись. Это что за уроды? Назад, говорю! Джоэл! Клади руку на плечо. Давай. Кажись, ушли. Джоэл? Джоэл? Черт. Джоэл, ну-ка. Вставай, вставай. Скажи, что делать. Давай. Ну вставай ты, Джоэл! Ты чего? Я думала, ты щелкун. Ну да, ржачно получилось. Ты же меня не убьешь, правда? Мы с тобой не виделись уже даже не знаю сколько. 45 дней. Ну, по сути, 46. Интересно, где я была? Все это время я думала, что ты погибла. Да. Вот. Смотри. Не может быть. Ты все без соседки? Мне 3 года пришлось спать под лис, а ты знаешь, как от нее воняет. Ты цикада? Так и висит. Что? Куда ты пошла? Не хочу, чтобы меня застукали с цикадой. Расслабься. На этом этаже ни одного солдата. На, поздравляю. Эй! Без обид? Без обид? Я сбежала, и ты злишься. Но я могу тебе все объяснить. Только давай переберемся в другое место. Уже почти утро, и у меня начнутся учения, на которых нас учат убивать цикад. Хватит, надевай штаны и пошли. Я идиотка. Смелее. Мы с тобой хоть раз попадались? Блин. Ну хоть что-нибудь. Черт! О, сойдет. Так, давай-ка повернись. Господи. Как временное средство сойдет. Я сбегаю, поищу, чем тебя подлатать. Мозоль! Стереги его!
скоро вернусь. Обещаю. Одни из нас, оставшиеся позади. Так, ладно, порядок. Что ж, ладно. Ну вот мы снова в реальности. Не во флешбеках, а именно в реальности. По оружию вообще нет ничего. Только финка НКВД от кизлярских мастеров, поэтому как бы... В прямой конфликт, да, в бой мы вступать не будем. Ну вот, да, в торговом центре. Мы остановились. Вообще, конечно, чувствуется, что вот этот вот сегмент, он должен был быть еще в основной игре. Но, скорее всего, как-то не смогли, видимо, сделать или не смогли придумать, как это все получше подать. Так или иначе, все это ушло в DLC. Но нам здесь обязательно расскажут, собственно говоря, предысторию Элли. То, как погибла Райли, а мы уже знаем, что она погибла. Об этом сама Элли говорила. Вот что несколько грустно, конечно же. Опачки. Заперто. Нужна комбинация, да? То есть где-то есть пароль от входа. Аптека Уэстона. То, что нужно. Да, фармаси. Это наша. Но единственное, что я хочу прошвырнуться вот здесь вот еще. Может быть что-нибудь... Так, ну кирпич как минимум. Друзья мои, кирпич как минимум. Вот она, Федра, да. Incident Security Force. Силы сдерживания. Но, боюсь, тут все уже вынесли. Благополучно. Хотя... Какой-то пузыречек. Какого хрена? Пустой. Таблетки сожрали, а пузырек оставили? Ну, это, видимо, те же дебилы, которые, знаете, почти пустую тарелку ставят в холодильник. Ну-ка. Ну, конечно, все унесли. Ну, в случае апокалипсиса, конечно же, все ломанутся в торговые центры и в большие магазины. А ломиться-то надо в маленькие. Ну, хоть что-нибудь. В пригородные. Ничего. Вот, поэтому, ну, тут, конечно же, уже пусто. Ёпта, я чуть не обосрался. Мадам, вы меня напугали до жути. Но спиртяжку зато нашел. Так, заметка. Записка. Пожалуйста, прочитайте. Фармацевт. Может, у него что найдется? Фармацевт спятил и напал на меня. Пришлось ему врезать. Он без сознания заперт в магазине «Американская принцесса» по соседству. Помогите ему. Комбинация от замка 35-30-31. Все. 35-30-31. Все. Сейчас сделаем. 35-30-31. О, лезвие. Но пока мы туда ходить не будем. Давайте сходим действительно в American Princess. Это же он. О, да. 35, 30, 31. 35 вправо, 30 влево, 31 вправо. О, даже... Сработало. Не дали нам набрать, хотя... В оригинальной игре нам давали выбрать код самостоятельно. То есть прям буквально набрать его. Ну, тут, видимо, все упрощено. Споры. Ну, Элли, как мы знаем, может дышать. Если собираетесь на даже меня таким напасть, воздухом. Лучше давайте сразу. Опачки.
Я знал, что за прилавком что-нибудь есть вкусненькое. Я знал это. Хорошо, хотя бы нож есть. Это мне хоть какой-то уверенности придает. Вот он. Разложился совсем. Зарос. Прикиньте, это из его башки столько грибка наросло. Пусто. Да где же? О, ключ. Так. Блин! Чтоб тебя! Там какая-то таблетка. Там таблеточка. Или это фотография? Так. Ключ. Аптека. Погнали. Не забывай меня. Я по тебе буду скучать, но не очень. Лора. Я буду по тебе скучать, но не очень. Как-то грубовато. Однако. Ну, куклы мега криповые. Хотя какую-нибудь игрушечку на память стоило бы, наверное, взять. Или, конечно, подросток, но что-то... Что-то, что будет хоть немножечко успокаивать и стабилизировать наше психоэмоциональное состояние, стоило бы взять. Вот, правда, какую-нибудь игрушечку. Это щелкун. У меня есть финка. Я его сейчас сделаю. Шаболда. Забираем алкашку. И проходим дальше. Я так понимаю, ключик у фармацевта я подобрал от вот этой вот двери. Блин, какие тетки криповые. Ужас. Да. Есть. Аптечка. Сука. Нет. Сука. Вот мерзость, а. О, армейский вертолет. Кстати, медицинский. Должно что-то быть. Эвакуационный. Держись, Джоэл. Держись, мужик, правильно. Надо держаться. Ну что, малышка Элли тебя спасет обязательно. О, тряпочка. Тряпочка. Так, я могу, кстати, что-нибудь... Нет, пока не могу крафтануть себе ничего. Чего-то всегда не хватает. Ну ладно. Ну ладно. Так, видимо, здесь нам никак уже не пробраться. То есть по-любому нужно вперед двигать. Ну давай. Будем двигать. Пикситек. Какой-то магазин фотооборудования, да? Объективы, линзы, фотики, штативы. Угу. Так, хочу... Хочу вот эти вот потаенные уголочки тоже обнюхать. Помацать, так сказать, под матрацом, чтобы забрать все. Потому что есть чутье, что пригодится. О, о, хорошо, славно. Так, тут ни черта нету. Ну и ладно, не больно-то и хотелось. Нейл-салон. Ноготочки тут можно себе сделать, в принципе, на халяву. Ну, теперь-то на халяву, правильно? Маникюр, педикюр. Записочка, записочка.
Старший уронт-офицер Ларри Колфилд сегодня днем пал смертью храбрых. Мы возвращались из карантинной зоны, когда с пациентом случился припадок. Вероятно, он заразился через споры, потому что следов укусов никто не видел. Пациент вырвался и бросился на пилота, уронт-офицера Шона Брэндона. Вертолет потерял управление, но офицер Колфилд продолжил борьбу с пациентом и тем самым спас нас. Мы потерпели крушение в Колорадо, в загородном торговом центре. Из отряда выжил только рядовой Юджин Эллис, офицер Колфилд и я. Пациенту удалось укусить офицера Колфилда в шею. Он немедленно указал нам на укус и согласился с тем, что должно последовать. Я предприняла предписанные протоколом меры, чтобы офицер Колфилд не превратился в зараженного. Да упокоится он с миром. Капитан Риган Фрэнсис, 4-я пехотная дивизия. Денверская карантинная зона. О как. О как. Ниток нет. Ну, хоть и это оставили. Ну, рану, конечно, нужно зашить. Максимально постараться заштопать Джоэла. А, кстати, шов на его ране был. В основной игре, то есть. Можем смело утверждать, что Элли все-таки найдет. Как? Как залатать Джоэла? Так, могу аптечку, да, крафтануть. Но пока не из чего. Не хватает. Не хватает. Кулон Райли, кстати, у нас до сих пор есть. Это из коллектаблсов. Кстати, у меня не так уж и много хп, поэтому, наверное, стоит действительно подлечиться. Ну, рискнем. Быстрее. Сюда. Ого. Еще бы чуть-чуть. А ты быстрая. Это круто. Спасибо. Ну давай, побежали. Блин, так, довольно дерганное повествование, дошла? Хочу вам сказать. Цикад? И да. Не то чтобы это хорошо. Помнишь того парня, которого ты укусила и пушку забрала? Да, я его помню. Это Тревор. Короче, я его увидела на улице и решила за ним проследить. Он зашел в переулок, и там на меня набросились цикады. И утащили прямо к себе в логово. К Марлин. Страшно было? Да жути. Я думала, уж теперь-то она меня точно пристрелит. А она только спросила, чё так долго? Она меня ждала. И она сразу приняла тебя в цикады? А вот и похоже Марлин. Ага. Возьму, пожалуй. Она испытывала мою преданность. А. Я уже привычный. Идем. К тому, что нужно осматривать все буквально. Не забывать. Хороший темп взяли. Давай. С кем ты теперь тусуешься? Не знаю. Да ни с кем. А как же Тина и остальные ребята? Как они там? Райли, они твои друзья. Но ты с ними общаешься? Ну, да. Опять-таки смотрим. Что-нибудь полезное, что-нибудь ценное, что-нибудь важное, что-нибудь нужное. Ни хрена. Что-нибудь важное, что-нибудь ценное, что-нибудь нужное. Ни хрена. Опача. Слышала уже голоса? О, ха-ха-ха. Ой, прости, не хотела обидеть. Ищите твоих друзей. Свет. Так что? Ты поверила в их идеалы? Я не знаю, я поняла одно. Я не солдат. Тридцать дней, ага. Люди заражаются. Подожди, Райли. Я немножечко. Ты видела других зараженных? На обряде посвящения в цикады меня заставили убить. Знаешь, давай лучше сменим тему. Ладно. Убить, надеюсь, заставили тебя, Райли, зараженного? Или солдата? Ну,
Надеюсь, зараженного. Черт, прячься! Прости, что-то я психованная. Тут скользко. Слушай, может мне податься в цикады? Элли, я об этом Марлин первым делом спросила. Она хочет, чтобы ты сидела в этой дурацкой школе. Даже сказала, чтобы я к тебе не ходила. А ей-то что? Боится, что втяну тебя в неприятности. Эй, помнишь, как я тебя сюда привела? Зачем мы сюда залезли, Райли? У меня для тебя сюрприз. Какой? Динозавр? Может. За динозавра я тебе все прощу. Подожди, скоро увидишь. Так. Это любопытно. Опачки. Тайфун Блиц. Знаешь, они уже были у меня в руках. Наши ружья? Гонишь. Не поверишь, что Капрал Мудозвон их тебе отдал. Капрал Мудозвон? Я пролезла в кабинет. Так вот, я схватила их. Но тебя сцапали. Но меня сцапали. Как наказал? 2 недели дежурства. По сортирам. О, Элли. Говорю же, забудь про них. Нам их не видать. Я их все равно достану. Не верится, что Уинстон умер. Уже знаешь? Да. Что с ним стряслось? Так. Говорят, свалился с лошади. Инфаркт или типа того. Блин. Хотя многие ли сейчас умирают от старости? Я таких не знаю. Вот-вот. Посмотрим, что он оставил. Что? Это Уинстон? Да он раньше был красавчик. Ух ты! Будешь? Что это такое? Алкашка? Ну давай вмажем. Давай. Ты смотри, это не пиво. Ага. Ни хрена себе. На, вот гадость. То-то. За Уинстона. Надо бы закусывать чем-то, конечно. Как дерет. Давай. Что это у нас? А, это седло. А с принцессой что? Ну, я думаю, кто-то ее себе забрал. Бедная лошадка. Небось, не поймет, что случилось. Какие флешбеки, интересно, прорезаются в память Элли. С учетом того, что мы еще и ко всему прочему в торговом центре. Мы еще и ко всему прочему на лошади. Элли, помоги поднять. То есть она как бы сейчас в реальности вспоминает то, что с ней происходило раньше. Что нас сейчас завалит? Ерунда. Я первый. Да все, закрыто. Знаешь что? Давай поищем другой путь. Да, я его уже заметил. Да. Это хорошая вот эта мысль. Вот фрамуга. Оконце. Эй, Райли. Слушай, я тебя подсажу. Попробуй открыть с той стороны. Вариант. Райли! Ёпта! Вот идиотки кусок, а. Второй раз за сегодня. Так и обосраться можно. И как?
как мы раньше это место не нашли. Так, я нашла маску прямо для тебя. Какую? Райли. Идеальную. Волчок? Ну давай. Посмотри. Это что, у тебя типа оборотень? Надень-ка. Тупость. Блин, а я бы себе хотел такую маску. Крутяк! Порычи. Ау! Элли, не тупи. Рыкни по-настоящему. Давай. Ох, как я сейчас зарычу. Как я, сука, сейчас зарычу. Другое дело. Давай глянем, что тут еще есть. Жесть, ну и магаз. Я бы хотел в такой, кстати, на самом деле, реально забраться. Ну, когда апокалипсис наступит. Это было бы очень забавно. Если осмелишься, ладно? Йорик. Мы сегодня умрем? Бедный Йорик. Ничего. Я знал его, Горацио. О, похоже, ужасно маловероятно. А, фу, слава богу. Понятно, что это за черепок. Это как шар восьмерка. О! А, тройной Тиса. Феникс. Так, меняем скинчик. Я сейчас все маски померяю. Ну как? Миленько. Ну, спасибо, добрый голубь. Спасибо тебе, синий косолапый. Ну-ка, я хочу тут еще походить. Это что такое? Опа-ля, какая няня лежит. Uncharted 2? Uncharted, мать его, 2? Так, надо еще третий найти тогда. Но тут что-то, по-моему, нету. А вот эти маски еще круче. Какие? А, вот ёлы-палы, да. А как же их достать? Вампиры, это как раз мое. Что ты там напялила? Ёпта. Я граф. Граф Дракула. Вообще-то, графиня. Я графиня Дракула. Да. Блин, я про Дракулу вот сейчас услышал, и как-то меня так прямо интересно зафлэшбэчило к фильму «Ван Хельсинг». Вот какой же там был классный бал у Дракулы, где еще Кейт Бекинсейл в красном очень красивом платье. И что, люди это покупали? Это что, конфеты? Не врубаюсь. Это, наверное, конфеты в форме глаза. Блядь. Вау. Это было тупо. Ага. Так, мне просто интересно, что здесь еще есть интересного. Что можно было бы потрогать, примерить, оценить. Опа-на. Так. Хорошо. Зеленая корга. Ха-ха-ха-ха, серебряные башмачки. Что ты с ними сотворила? Ох, Татошка, что же нам делать? Это неплохо, это неплохо. Ржака. Не помню, на какую из ведьм это отсылка, западную или восточную. Но это однозначно волшебник изумрудного города. Это факт. И давайте будем вот такими вот зелеными ребятами ходить. Это прикольно. Может, если нас какие-нибудь гады и нападут, то мы хотя бы либо напугаем, либо прикинемся своими. Видишь машины внизу? Да. Красная твоя, моя синяя. Бросаем кирпичи. Побеждает тот, кто разобьет все окна в твоей машине. Шутишь? У меня глаз алмаз. Супер. Проиграл. А много ли тут кирпичей? Отвечает на вопрос. Вон там еще лежит. Сарказма. Мы что, играем в чистосердечное признание? Ладно, поехали.
Твой бросок первый. Что, нравится? Готово. Да. Ну где еще кирпичи? Вот вижу. Второе. А у меня-то уже третье. Да где еще, блин, кирпичи? Куда ты там убежала? А вижу. Промазала. Люк котируется. Сейчас, сейчас все сделаем. Четко. Яблочко. Последнее. Да! We are the champions, my friends. Мои стекла были толще. Ну да, можешь не оправдываться. Супер чемпионка, получен достижение. Уже страшно. Так, Марлин говорила про маму? Так, что там Марлин рассказывала про маму? Да немного. Я так поняла, они дружили еще до эпидемии. О, и она сказала, что твоя мать была медсестрой. Медсестрой? Судя по всему, они часто ссорились, но все равно оставались подругами. Знакомо, да? Да. Ага, давай, сейчас я тебе покажу. Почти пришли. Пошли. Что мы тут забыли? Страшноватое место. Так вот, помнишь, мы думали, что свет есть только в нескольких районах? Ну? Иди за мной. Тут, похоже, тоже есть. По крайней мере, вот это красное аварийное освещение работает. Так, включаем. Электричество-то есть. Смотри, чтобы тебя током только не убило, дура. Вырубают. Надо просто обратно врубить. А, то есть ты мне поручаешь это задание? Не работает. Я же тебе говорила. Везде, что ли, свет зажегся? Пойдем проверим. Не, ну свет это хорошо. Свет это благодать. Главное, чтобы это не привлекло каких-нибудь гадов. Ты готова? Слушай, я понимаю, куда ты клонишь, и я очень рада, что ты жива. В смысле. Я рада, что мы снова вместе и... Прости меня. Я тебе тогда перед уходом наболтала ерунды. Райли, ты такая нюня. Ты сама начала! Да. Ну, готова? Готово. Нифига себе! И вот мы снова в реальности. Как же мне туда забраться? Хороший вопрос. Будем думать. Да еще бы. Спасибо, военные. И где тут генератор? На том конце кабеля. Да, Джоэл? Да. Так, а вот тут какой-то хитрожопый маневр. Вот какой-то распределитель. Да? Опачки. Ля какая.
Не просто так, тут явно боеприпасы лежат. Не просто так, поэтому стоит быть аккуратнее. О, господи, господи, боже мой. Чёртова кошка. Котяра, блин. Так, а я бы сюда сходил. Явно же это место не просто так здесь. Вообще в игре нет ничего. Чёрт, холодно. Просто так. Твою же мать! Ты смерти моей хочешь? Главное, чтобы это была простая кошечка, а не баконека, если вы понимаете, о чем я. Вот и генератор. Вот и он. Я на месте. Так, что в записочке? Рядовому Элису стало хуже. У него жар и постоянная рвота. Может, я ошиблась? Может, запоздала с ампутацией? Может, однажды, когда я отвернусь, он бросится на меня? Протокол противодействия инфекции. Мы поступили с офицером Колфилдом, как должны были. Мы. Да кого я обманываю? Мы убили Ларри. Я пристрелила его, как собаку, пока Элис его держал. Я не могу забыть его крики. Риган, пожалуйста, у меня есть еще время. Не надо. Элис, что мы натворили? Может, мне просто уйти? Бросить его и убежать? Прости, Элис. Риган. Это вот та женщина, капитан. Все-таки она сбежала. Никак. Хрен там. Топлива-то нету? Бензина нет. Черт. Значит, надо поискать. О! Зато можно слить откуда-нибудь. Где бы достать бензин? Так, я могу сюда пройти? А. Ну, я уверен, можно из этого грузовика слить. Твою мать! Сталкеры! Тихо. Тихо. Бежим или бежим? Это явный признак того, что надо делать тапки. Оно гонится за мной или убежало? Оно убежало. Слава богу. Так, эти машины явно не наши. Хотя, может быть, и наши. Один патрон остался. Обидно. Сука, сука, сука. Бери, 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 бери патроны, перезаряжай. Так, уверен, сейчас с них нападает. Еще патрончиков. Поэтому уверен, этих... Сука, ног... Можно будет развалить. One shot, one kill, мазафака. Хорошо. Молодец, цели. Все, что ли? Да, вроде бы. Так. Ищем бензин. Но единственный вариант, который я вижу, это... Нет, все-таки из бензобаков надо сливать. Пусто. Видимо, сначала надо было убить всех вот этих вот сталкеров. Это одна из модификаций зомби. А потом уже сливать. Тоже пусто. Я тебе базарю, Элли. Уже не пригоден этот бензин. Он уже не работает. Отлично. Как это делается? Отсосать берем надо. Шланг и высасываем бензин, так? Пошло. Вот. Умница. Так. Ладно. Этого хватит.
Вот я бы на твоем месте вот этот шланжик бы забрал. Мало ли еще пригодился бы. Ну ладно. Хорошо, Элли. Положила в карман канистру. Ну-ка. Меня в играх всегда прикалывал этот момент, что можно просто какую-нибудь канистру или ящик геймплейно положить типа в карман, в рюкзак, и все нормально. Глупость, конечно. Да елопала. Ну-ка, опа, она. Приятно. Заметана. В воду не соваться. Там ток. Зато сейчас дверь открылась. Что очень хорошо. Угу. Так, дверь я открыла. И там лестница. Но меня больше интересуют боеприпасы. И коктейльчик Молотова. Угу. Можем теперь их делать, к слову сказать. Ну, давай будем аккуратно. Тихо. Аккуратно передвигаться. Тихо. Главное, чтобы никакая секция не бухнулась вниз. Все получится. Это будет жутко обидно. Ты не упадешь в воду и не поджаришься. Я так понимаю, все, здесь тупик. Да? Или нет? Почему тут? Так, стоп. Если спрыгнуть вот сюда, тут-то понятное дело, что уже все, а-ля улю. Проход закрыт. Но вот здесь-то вполне можно. Угу. О, еще патроны. Угу. Вкусняшки. Вау, ни хрена. Элли... Ладно. Предположу, что она действительно может такое сделать. Такую огромную тяжеленную тележку толкать. Ну-ка. Меня интересует, знаете, какой момент? А на кой вообще мне эта тележка? Для чего? Видимо, чтобы добраться до алкоголя. Потому как, ну, взобраться вот сюда я могу и без этого. Ёпта! Теперь я понял. Ах ты, блин. Вот теперь я понял, на кой нам эта тележка. Как-нибудь посерединке, что ли? Типа того. Угу. Так, слишком далеко. А вот так. А теперь здесь далеко. А могу здесь запрыгнуть? Нет, не могу. Ну явно же для этого. Она здесь. Просто надо идеально... Идеально вот подвинуть. Так, Нителли, вот тут ты могла бы запрыгнуть, но почему-то не сделала этого. А тут просто взяла и спрыгнула. Хотя, возможно, знаете, друзья, у меня есть какой-то более интересный способ.
Если датчик все еще горит желтым, то значит можно ее просто открыть и подпереть. Вот и все. И с этими прыжками не трахаться. Вот и все. Вот так. Тихо. Все. Быстрее или быстрее? Он просто выплюнула. Просто тупо нахер выплюнул эту тележку с ящиками. Не думал, что ворота вот такие вот автоматически на такое способны. Но нам это уже и не важно. Нам важно сейчас выбраться отсюда. Так, этих мудаков я тут убил, да? Элли, держи пушку наготове. Да, я вас слышу. Ублюдки. Ага. Молодец. А тут еще и щелкунчик ходит. Спокойной ночи. Бляха-муха, тут целый павильон в этих тварях. Ну вот эту гниду мы, естественно, валим. Вообще, на самом деле, очень радует, что здесь, вот в этом сегменте, вот эти вот все баночки, скляночки, пакеты, мусор. Это все не интерактивное. Ну, как, допустим, в эпизоде с оленем. Да, помните? Зимний эпизод. Там чуть-чуть на травиночку зашел, веточку зацепил, хрустнуло. И все, и олень это спугнул. Вот если бы здесь все вот эти банки и склянки были интерактивными, то есть можно было бы шуметь, это была бы засада. Хотя, с другой стороны, это было бы, ну так, MLG-шно, киберспортивненько. Все, сваливаю. Давай, давай. 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 Снова здорово. Угу. Вот зараза. Откуда они берутся? Не совсем понимаю, где они скрежещут. Так, это что? Это диктофон. Это диктофон. Прослушаем. Ну, я нашла пару диктофонов. Может, получится задокументировать все, что происходит. Это Риган.
Я в какой-то момент, честно говоря, подумал, что вот этим вот диктофоном я привлеку к себе щелкунов. То есть пока слушаю запись, ко мне подходят. Ну, слава богу, обошлось. Так, как же мне пробраться? Через магазин? А, вон они где, суки, теперь ходят. Ну и судя по тому, что нет вообще никаких интерактивных объектов, скорее всего, реально надо валить всех щелкунов. Ну, то есть, вот эта дверь, Джан Пайн, Лондон, не интерактивна. Здесь тоже я ничего не заметил. Поэтому, соответственно, выходим на тропу охоты за этими ушлепками. Пошел. Второй сейчас готовится. Второму игроку приготовиться. Здесь никого. Дружочек. Или подружка, вернее. Кстати, очень многие зомби женщины. Я этот момент как-то заметил и молчал. В основной компании. Очень много зомби-женщин. Видимо, в момент, собственно говоря, эпидемии, в момент инфекции... ну, банально женщины слабее. Поэтому им было легче подхватить вот эту вот кордицепсную инфекцию. КЦИ. Но ведь для чего-то мне же нужно было сюда, правильно? А для чего тогда, если здесь никак не пройти? Возможно, как-то сюда подтянуться? Нет, явно нет. Никак не перепрыгнуть. Хм. Хотя, наверное, знаете как? Наверное, вот тут вот подтянуться. Да. Угу. А, черт. Так. Это ж не закаленное стекло. Это обычное стекло. Хотя. В торговых центрах, мне кажется, закаленное. Используют. Молодец. Давай, сейчас упадем. Давай, 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 моя хорошая. Супер. Только бы не пустая. Все, мое. Никому не отдам.